коротка. Волна пришла, волна ушла, янтарь на песке. Именно с этого аутентичного стихотворения японского я хочу прямо начать нашу презентацию, нашего сегодня главного предложения дня. Главное предложение дня – это целый роскошный комплект, состоящий из серег и кольца. И цена этого комплекта всего лишь 1999 рублей. «Магия Луны» – так называется это предложение. Вы открываете для себя японское ювелирное искусство вместе с этим комплектом. Мы видим роскошные цветные кабошоны из японского янтаря, которые притягивают, завораживают, напоминают нам о полнолунии и передают магию женской силы. А какая это магия? Это уверенность в себе, это привлекательность, это загадочность, это в прямом смысле неподражаемость, потому что такого комплекта вы никогда не видели. И, конечно, это заодно оберег и талисман, который станет вашим талисманом удачи. И вся вот эта роскошная коллекция сегодня представлена в трех оттенках, но серьги и кольцо за 1999 рублей сегодня представлены для вас. Ну, это серебро, это тройное золочение, это японские технологии, это действительно высочайшее качество, в котором не стоит сомневаться. Поэтому, забирая сейчас такой комплект по цене товара дня, вы действительно совершаете идеальную покупку для себя. Это покупка качественная, все придет с документами, сейчас расскажу обо всех характеристиках. Посмотрите, вот они, наши документы. И у нас сегодня, смотрите, украшение из японского янтаря, где у нас серьги 2 сантиметра высотой, да, 2 сантиметра высотой. И из них мы видим, что 8 миллиметров у нас именно сам янтарь. Это натуральный зеленый японский янтарь. И сразу хочу сказать, так как очень много звонков, посмотрите, у нас вот такая застежка, и вы уже можете, смело увидев застежку, забирать сразу комплект, не дожидаясь, пока закончатся ваши размеры. Смотрите, занижение штифта 2 миллиметра. Рабочая зона штифта, обратите внимание, у нас 7 миллиметров. Да? И все выполнено из серебра и золота. Как мне нравится эта коллекция, какая она красивая. Я обожаю янтарь. Он такой стал современный, молодой, не такой, как все. Ну и это бренд Prestige, это роскошный бренд Prestige. Давайте поговорим сегодня о нем, но сначала давайте поговорим о модификациях. Смотрите, здесь у нас модификация коньячная, да? Первый цвет это коньячный. Далее, слева направо. Он такой насыщенный, не такой, как наш балтийский янтарь. Он такой, знаете, с более такой вот красной гаммой внутри. Так очень красивое сочетание. Теперь чисто красный цвет, который вы видите сейчас. Он прям, знаете, цвет брусники, цвет ягоды. Очень такой тоже страстный, насыщенный. И зеленый. И тоже, заметьте, не похож на балтийский янтарь. У него немного другой оттенок. Оттенок такой молодой листвы, которая красуется и питается лучами солнца. Но в каждом из этих украшений солнышко как раз и живет. Ну, а японский янтарь, возможно, кто-то из вас не слышал, что же такое японский янтарь. Наверняка для вас, для многих это вообще неожиданно, да? Ведь 95% янтаря в мире – это залежи именно в Балтике. Но традиционно янтарь считался подарком не только Балтики, но и все, но далеко не все знают, что на территории Японии есть многочисленные залежи янтаря. Залежи большие, которые простираются на 1800 километров на многих островах, от Кюсю до Хоккайдо. И возраст этих залежей доходит до сотен миллионов лет. В шахте Кудзи добываются разновидности янтаря весьма интересные по спектру оттенков. Например, большинство образцов, которые находятся там, коричневые, коньячные, желтые, бывают оранжевые, более такие яркие встречаются. А вот, например, зеленый и красный, который мы сегодня вам также представляем, считаются самыми редкими. Ну и вообще янтарь давно ценит и любит в Японии, где он символизирует солнце, красоту, олицетворяет энергию земли. И когда вы надеваете такой комплект, вы наполняетесь этой энергией земли, вы наполняетесь этой жизнью. Действительно, вокруг вас сразу концентрируется столько, знаете, вот именно доброй энергии, которая будет сопутствовать тому, что у вас все будет получаться. Надевайте такой комплект всегда, когда вам хочется поднять себе настроение. Надевайте такой комплект всегда, когда вам хочется, знаете, хочется вот весны в душе, когда вы хотите расцветать. Расцветать и чувствовать то, что вы цветете, как, например, та самая пышная красивая сакура в Японии. Ну что, мне очень нравится этот минималистичный дизайн, он просто бесподобен. Как это нежно, красиво, утонченно. Мне кажется, что, конечно, вот такой дизайн, он прям подчеркнет ваше исключительное чувство вкуса, вашу изысканность. Вы такая будете в этом дизайне, знаете, утонченная, необычная, не такая, как все. Согласитесь, сразу хочется к человеку, который носит на себе такие вот необычные, красивые изделия, сразу хочется как-то прикоснуться к душе такого человека, разглядеть ее, напитаться красотой этой души. И вот мне очень нравится, как японцы воспевают в
этих идеальных формах всю эстетику, в том числе и через этот комплект вы передаете эстетику именно своей души, своего сердца. Поэтому вот такие ягодки вас здорово освежат. Вы сама будете как ягодка, яркая, лучезарная. Вы будете улыбаться. Вы добавите к этим ярким украшениям свою любимую яркую помаду, возьмете под руку своего мужа или своего мужчину и отправитесь в какой-нибудь вкусный, замечательный ресторан на какой-нибудь романтичный вечер. Поверьте мне, что эти яркие украшения с японским янтарем не потеряются даже в такой обстановке. Ну а я сегодня очень много говорю о Японии, о том, что бренд Prestige позволяет нам сегодня прикоснуться к японским технологиям. Бренд Prestige посвящает свою коллекцию японским традициям и художественной обработке янтаря. То есть роскошный кабошон в минималистичном дизайне, он покоряет с первого взгляда своей идеальностью. И вот такой комплект, представьте, и серьги, и кольцо за 1999 рублей, но такая цена только сегодня, потому что это предложение сегодняшнего дня, вы забираете прямо сейчас. Ну и немножко хочется поговорить о технологиях. Ну, что такое японская обработка по камню? Называется она макие. Как правило, это идет с применением золотого или серебряного порошка и сверху покрывается лаком уруси. Этот лак добывается из лакового дерева, которое растет исключительно в Японии. Ну и раньше, вы знаете, это позволяло многим реликвиям сохраниться до наших дней и обогатить историю и культуру Японии. Плюс ко всему, это делает янтарь более крепким. То есть такой янтарь прослужит вам десятилетия. Ну и здесь исключительно тонкость работы, здесь тройное золочение. Это все японское качество. Вместе с нашими ювелирами костромскими японские ювелиры также создают для вас эту коллекцию. И посмотрите, получается какая приятная цена. У вас в комплекте будут и серьги, и кольцо. Цена комплекта целиком 1999 рублей. То есть менее 1000 рублей вы отдаете за одно украшение. А оно, по сути, эксклюзивное. Почему? Потому что в каждом янтаре вы видите свою харизму, свою подачу. И, конечно, это эксклюзивное украшение, неповторимое, которое не будет больше ни у кого. Подчеркните именно это.